Детский сад в поселке Новое Атлашево с сегодняшнего дня работает в штатном режиме. О мерзнущих детях мы рассказывали в пятницу. Наша съемочная группа побывала там. Жалобы жителей населенного пункта подтвердилась. Температура в помещениях садика держалась на отметке 15 градусов. Спустя выходные ситуация изменилась. В Министерстве образования республики отмечают, что сейчас температурный режим соответствует нормам Санпина. Усилили режим теплоподачи. В ближайшие дни должна быть подключена и новая блочно-модульная котельная детского сада. Документы отвезли только в пятницу на подключение. Служебное расследование провели. Значит, сейчас проводим, Михаил Васильевич, по данному. Что это такое блочно-модульный котельный сегодня? В течение месяца его можно запустить. Перед главами администрации городов и районов я говорил сейчас на съезде обедом. Других фактов вообще не должно быть у нас, уважаемые коллеги. Дети же болеют, потом же и материальный ущерб могут взыскать. И ряд других тут последствий. В общем, надлежащим образом проводите служебное расследование. Я публично уже говорил, кого надо освободить с работы, кого надо сместить, соответственно, а кого-то надо выгнать просто с работы за такие безобразия, которые происходят. На совещании в Доме правительства обсудили и проблемы с очередями в детской инфекционной больнице. После жалоб одной из горожанок, которые не смогли вовремя предоставить место в палате, этот случай стал резонансным. Министр здравоохранения республики отметил, что с неудобствами пациентам больницы приходится сталкиваться из-за ремонта. Все изменится после открытия нового корпуса. Ко дню республики мы это здание сдадим. Там 50 коек одноместных, боксированных, полубоксированных, создадим все условия. Также мы, чтобы привести в соответствие, сегодня в городе Новочебоксарск, трехэтажное здание, ведутся ремонтные работы, капитальный ремонт, и к 8 марта мы его запускаем. А по плану мы развернули дополнительные койки на территории городской детской клинической больницы, поэтому проблем этих нет. Да, бывают ситуации, когда пациенты наши маленькие поступают вместе с родителями, времени неудобства есть, потому что еще дополнительно мы решили привести, соответственно, состояние реанимационный блок детской инфекционной больницы вместо 4, а коек у нас будет, там будет 6.